благоприятную среду для жизни формирует и спорт. Механизмы привлечения внебюджетных средств социально ответственного бизнеса необходимо задействовать в вопросах развития спортивной инфраструктуры региона. Ряд районов области успешно применяют данную практику. Предлагаю транслировать этот опыт на весь регион. Обращаясь к главам муниципальных образований, инициатива по развитию спортивной инфраструктуры, определению необходимости строительства спортивных объектов должна исходить от самих муниципалитетов с учетом социально-экономической обстановки в районе и потребностей населения. Сегодня нам также необходимо акцентировать внимание на развитие системы малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности. Подобные объекты будут способствовать развитию и массового спорта, и спорта высших достижений. Первое, что касается развития спортивной инфраструктуры, шаговой доступности, о которой сказал Игорь Анатольевич, речь идет о том, чтобы нам реализовывать нашу дальнейшую политику в развитии спортивной инфраструктуры в той части, чтобы руководители муниципальных образований не находились в стороне, а активно участвовали, и муниципальные образования активно участвовали в обсуждении того, какая должна быть спортивная площадка, какой должен быть спортивный объект, сможет ли тот или иной спортивный объект муниципальное образование содержать. И вот на базе этого мы должны построить дальнейший наш механизм развития физкультуры и спорта в регионе. Второй момент – это то, что подрастающее поколение спортсменов, да, юные спортсмены должны понимать, что тренируясь вот на таких объектах шаговой доступности, на спортсооружениях, которые мы за последние 5 лет построили более 150, дает возможность попадания им в сборные команды Архангельской области по различным видам спорта для участия во всероссийских соревнованиях. То есть, по сути дела, у нас взаимосвязаны два ключевых вопроса. Это подготовка спортивного резерва на тех объектах, которые сегодня область вместе с муниципальными образованиями строит и будет дальше строить. Важно, Игорь Анатольевич слова произнес в части развития спорта, спортивной инфраструктуры. Действительно нужно адаптировать те спортивные возможности, которые есть у муниципалитетов, к сооружению новых объектов. Но и Устьянский район также один из наиболее развитых муниципалитетов в сфере спортивных событий, спортивных достижений. Это и как собственные ресурсы, как собственные спортивные мероприятия, собственный потенциал, так и возможность принимать крупнейшие спортивные мероприятия межрегионального и российского уровня. Здесь для нас тоже очень важны были слова губернатора о том, что также нужно развивать спорт в муниципальных образованиях.